Устоять перед этими лакомствами сложно не только детям, но и взрослым. Изделия из тончайшего теста, пропитанные нежным кремом, давно полюбили жителя аула Шарабханака Сгурдского района. Хозяйка пекарни Гульсия Бисибаева говорит, что главный секрет ее успеха заключается в любви к своему делу. К примеру, приступать к выпечке надо с особым вдохновением. Если торт, кексы, булочки приготовлены без любви, то это видно сразу. Нужно подходить к этому делу со всей душой. Мы готовим сотни видов разнообразных кондитерских изделий. В год производим до 200 тонн продукции. Ее реализуем здесь и еще в двух магазинах. Наши сладости обожают и в местных школах, и в детских садах. Свое дело Гульзия начала в 2004 году. Вначале снимала небольшое помещение и пекла десерты по собственным рецептам. Сладкая выпечка сразу полюбилась жителям района. Позже предпринимательница арендовала цех, расположенный вдоль оживленной трассы. По ней ездят жители сразу нескольких аулов. Бизнесвумен обеспечила работой 25 человек, среди них 8 мужчин. Все сотрудники зарабатывают в среднем 75 тысяч тенге. Я здесь работаю 12 лет. Эта пекарня как второй мой дом. С удовольствием прихожу на работу. Выпечка – это моя страсть. Люблю готовить то, что приносит людям удовольствие. У предпринимательницы Гульзии Бисибаевой большие планы. Она намерена запустить второй цех в районном центре Казгурта. Бизнес-леди надеется, что сумеет удовлетворить даже взыскательный вкус южан-сладкоежек.